СМИ. Трамп намерен уволить министра ВВС. Американский лидер недоволен работой Хизер Уилсон по созданию космических войск, на которые он возлагает большие надежды. Президент США Дональд Трамп планирует уволить министра военно-воздушных сил Хизер Уилсон в связи с недовольством ее работой по созданию космических войск. Об этом в четверг, 4 октября, сообщило издание Foreign Policy со ссылкой на источники. По имеющимся данным, отставка Уилсон может последовать после промежуточных выборов в Конгресс в ноябре, хотя окончательного решения по этому поводу еще не принято. При этом в администрации уже обсуждают кандидатуру нового министра. Напомним, в июне Трамп поручил Пентагону немедленно начать формирование военно-космических сил. Согласно оборонному бюджету на 2019 финансовый год, который начнется 1 октября 2018 года, агентство противоракетной обороны США должно будет уже в ближайшее время начать работы по развертыванию в космосе систем слежения и перехвата баллистических ракет. США намерены разместить в космосе элементы системы ПРО. Новости от Correspondent.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://team.correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.